Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас новое видео по самоделкам. Значит, этот видеоролик нашел в интернете, но его еще не было и решил снять, показать. Надеюсь, он каждому понравится, так что предлагаю досмотреть видео до конца. Погнали! Для изготовления данной самоделки нам необходимо это вот такая вот прищепка деревянная, может быть вот такая длинная, может быть короткая, это не важно. Отвертка крестообразная, ну и точилка для карандашей. Она быть может разная, так что здесь не важно. В принципе, чтобы она была. Берем отвертку и выкручиваем вот это вот лезвие, нам понадобится металлическое. Сняли вот мы его, должно приблизительно так быть. Теперь берем нашу прищепку, лезвие, то что мы открутили. Ставим его лезвием вовнутрь и закручиваем саморезик на этом месте. Должно получиться у вас вот так вот. Вот такая вот самоделка. Итак, это самоделка для снятия изоляции с проводов. Значит, то есть, если вам нужно добраться до провода, до вот этого вот середины, вставляем вовнутрь наш провод. Давайте больше. Зажимаем немножко и прокручиваем по кругу. Вот так. И убираем. Получилось. Вот так вот. Еще проверим. Давайте. Зажимаем. И вот такими вот круговыми движениями снимаем провод. Отлично. Если вам понравилась моя самоделка, поставьте под этим видео лайк, подпишитесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе последних видео на нашем канале. Всем пока, с вами был Прайпик, до новых встреч. Если у вас есть еще крутые идеи, пишите в комментарии, я обязательно попробую их отснять. Всем пока!